Привет, мои любимые, дорогие. Я уже покупалась. Ну, вы знаете, сегодня вот так посмотришь, не видно. То холодное течение, то теплое, то холодное, то теплое. И ты не можешь найти где-то середину, да? Ты всегда в холодное попадаешь. Я не знаю, ну вот видите, все туда поплыли, возможно, там теплое. Но я так и не нашла. Возможно, потому что я в 2:30 ночи сегодня встала и уже не ложилась. Но мне сейчас наверху теплее, чем в воде, а обычно было наоборот. Обычно ветер дул, вот, и после моря было холодно. Сейчас нет. Видите, какие у нас часы красивые повесили. Уже давно повесили, я забываю вам показать. Да. Людей сегодня после, все после праздника начали сходиться. По ходу у рыбок дискотека опять началась. Да. Один день пришла, так много хлеба набросали там сзади. И, по-моему, рыбок не было. Ну, потом, наверное, приплыли. А сегодня прям вообще... Все же по родственникам ходили. И мало кто приходил на море. Ну, возможно, потом, позже, знаете, люди приходили. Они не самую рань, не до работы. Вот так, хорошего всем дня. Побежала я на литургию. Вы посмотрите на этого ребенка. Она мой церковь. Представляете, это племянница Хелен. У нас закончилась служба. Застеснялась. Представляете, гузин и пупсичек. Красота маленькая. Это все. Ну, сразу видно, понимаете, кто тетя, как, да, относится. И сразу отношение ребенка. Она даже еще толком не разговаривает, уже она знает, что в церковь нужно помогать. Моя мысечка. Это все. Хелен, she's so beautiful, she's so gorgeous. Браво, браво. Посмотрите, вы посмотрите, они спят, бедненькие. Мама, мама за покупками пошла, а папа все, он уже даже не возмущается. Сказали ждать, значит ждать. У мамы покупки. Ну реально тяжело, деткам тяжело. Это мама, знаете, это надо столько силы воли иметь, понимаете, чтобы вот это еще выдержать, вот этот весь ажиотаж по всем магазинам бегать и смотреть. Это ого-го. Зеки я вам показывала. Здесь очень оригинальные купальники. Ну, и по оригинальной цене. Как сказать, не дешевые, но есть красивые. Не знаю, когда я снимала. Ну, где-то снимала, если кому-то будет интересно. Я показывала прям. Цены мне не разрешили. Нет, цены я говорила, не разрешили этикетки снимать, потому что там коды. Так, Элле. Элле. Не знаю, как правильно считать. 70% скидки. Боже, мне так нравится, когда в магазине все так светло, так, знаете, так. Обувью пахнет. Вы знаете. Так, 189. А было 633. Ну, в Маркантале. Сисад же бурдама, вая башка, а лишь вириш марки зиварна. Сизмаза. Нерде. А города вар. И в Молофантале. В горе они еще есть и Молофантале. Я жду, что в Маркантале их нету. Не путайте, Молофанталь и Маркантале – это два разных торговых центра. 159. Да. Маркантале в центре находится, Молофанталь, она недалеко от аэропорта находится. То есть точно не в центре. Вот такие модели. Модели. Я не знаю даже, что вам показать по ценам. Боже, вы посмотрите, что это за красота. Было 766. Стало 230. Вот это, наверное, не будет скидки. Здесь, наверное, на осень. А нет, есть, смотрите. 160. А вот какие босоножечки. 219. Ну, такие тяжеловатенькие немножко. Подошва. А это тут кожа, а здесь резинка. 219, ну, тяжелый очень. Сумочка 120, сумочка
была почти 400. Шлепочки 179. Ну, а город тоже недалеко очень от аэропорта находится. Там буквально пару остановок трамвайных нужно проехать. Ну, Мола Фонтали тоже вы на трамвай должны сесть. То есть там пешком не дойдете. Ой, я такие где-то видела прозрачные. 189,90. Боже. Это все. Элли, да? Так, это... Нету цены. Не показано. Такие сумочки оригинальные. Ну, большой выбор обуви, конечно. Ну, такие изначальные цены, знаете, чуть-чуть. Так, вот белые кроссовки, да, предположим. Сейчас 219, ну, слушайте, это не 400. Было 733. Стали, о, кстати, они легкие. Такие большие, легкие. Вот мне такие нравятся, когда легкая, знаете, обувь. Ну, не знаю, может, возможно, скажите, кто спортивные очень много носит. Мне скажете, если тяжелые, оно лучше носится, 149. Вот такие. Ну, тут нормальные цены, я вам скажу. Боже, все в блестиночку. Боже, посмотрите. Это ж все, это ж просто на сцену надо в таких выходить. Ну, вот эти тяжелые, потому что камни, ну, нету цены. Что-то я уже перевернула, Юлечка, клатчик. Большие, да, такие. Сумочки такие хорошенькие. Такие спокойные. Мне нравится такой цвет. 289. Ну, тоже тяжелые. Вот такие. 179. Нет. Не знаю, мне кажется, это... А, нет, это тряпка. Просто оно так сверху, как будто... Ну, 229. Тяжелые. Это неудобно носить. Еще вот это сюда. Так, ага, и мужская обувь пошла. Ой, цвет такие смешные, я не могу. Ух ты, муж, что такое тяжелое, 189. Не, ну здесь ну, получше скидки, конечно. Сразу прям конкретные скидки идут. Ну, может, они конкретную набавку сейчас поставили. Я тоже знаю этот трюк, знаете. Очень много напишем, поэтому потом будет не так дорого. 239. Мужчина, я не знаю, какая обувь у вас модная, извините. Снимаю то, что вижу. Вот такая обувь. Пояса. Да, какие. Ну, я не знаю, какие показать вам кроссовки. Ну, вот еще. Кстати, эти тяжелые. 239. Да, вот такой магазинчик Элли. Будете знать. Я, кстати, его еще никогда не снимала. Ставьте лайки. Темка его. Смотрите, для рекламы палатку поставил Декатлон. Вот, надо тому мужчине с детками предложить, пусть залезли бы, поспали бы, знаете. Потом бы мама их забрала бы. Plan B, Марк Антали есть. Если интересно, скажите, я поснимаю. Градивариус. Боже, какие Градивариус, Юля? Страдивариус. Ну, что с ней то? Тоже есть Марк Антали, Бершка тоже есть Марк Антали, правда здесь она намного побольше. Не, Юля, не надо заходить, не надо заходить, проходим. Будет интересно, скажите, я сниму Марк Антали, там тоже выбор. Олег Казинин, ну не знаю, как этот вот пишет, я вам снимала, кому интересно, посмотрите. Угу. Боже, что-то... Это золото. Я поснимаю золото в том магазине, где мне девочки говорили, что реально хорошее золото. И по нормальным ценам. То есть проверенное уже. Вот, видите, Адель тоже здесь есть. Ну, я вам снимала его в этом. Оздилеке. Ну, там, вижу, люди тоже ходят, значит, есть скидки. Так, бутик Вако. Вако. Мне кажется, я все в Зару не могу дойти, понимаете?
Так, 836 лир кофточка. Я думаю, дальше мы не будем смотреть. Ладно, еще футболочка. 358. Я думаю, вам понятно, да, какие цены здесь. Кофточка новый сезон. 1095 лир. Вот это оранжевая кофточка. Извините, я снимать не буду. Но если кому-то интересно, зайдете, посмотрите. 1395. Ну, я вам честно скажу, это минималь... это половина минимальной зарплаты в Турции. Качество супер. Ничего не говорю. Качество берешь в руку и сразу вау. Очень клевая вязка, шикарная. То есть придумано обалденно. Но для анталийцев, знаете, со средней зарплатой 2200, это немножко закруто. Боже, что цена за платье такие? 1695, Юля, а ты улыбаешься, да? Нам смешно. Понятно. То есть вы примерно представили, какие здесь цены. Если будут много лайков, вы захотите его поснимать, я приеду, поснимаю. Но пока почему-то, мне кажется, мы пойдем дальше. Здесь есть New Balance обувь. Я думаю, такая же цена. Golden Rose. Мой лак есть. Смотрите, вот этот лак, он реально очень быстро сохнет. Ну, он, конечно, и портит немножко ногти. Но я не знаю, какой покупить, чтобы не портил ногти. Потому что возле нас его нет. А здесь прям все есть. У меня, знаете, какой? Я купила... Это, говорит, это такой же. Такая фигня вообще. Вот этот, что 60 секунд, он реально очень быстро. И, ну, держится. Не знаю. Одинаково, по-моему. А подождите, это матовый, это не мой. Но вообще косметика Golden Rose, мне помада нравится. Хвалят, очень хвалят. Сейчас на европейском рынке. То есть цвета, как в очень дорогих марках. И качество такое же, а цена намного лучше, намного лучше. У меня помада, я не вижу, где моя помада. Возможно, уже поменяли ее дизайн. Да, всюду есть Golden Rose, не обязательно в таких отдельных бутиках есть. В косметике, в Gratis, в... Боже, скажите мне еще какой магазин. Косметики, где собраны разные-разные товары. Вот, La Roche. Тоже есть во всех торговых центрах. Подождите, а это что? Здесь на этаже были Сваровски, камни Сваровски. Что-то я их не увидела. Наверное, на втором этаже. Твист, боже, какая птичка. Бози. Ага, твист. Я вроде бы забегала тогда длинное платье смотреть, ничего не нашла. Так, это мужская одежда. А вот опять Маркс Спенсер. Я думаю, то же самое, те же скидки. Поэтому я направляюсь сейчас вниз смотреть Зару. Нормально, да? Вот почему-то вверх никогда не... Вот бывает так, именно вверх не будет работать лестница. Хорошо, что я той стороной поднималась. Так физкультура себе людям. Вот это я вам все снимала, все обзоры. Естественно, там сейчас нового очень много. Ладно, давайте дойдем до Зары, а то чувствую, я не дойду и память закончится. Ага, Деримот. Только по ценам вам скажу. И потом, если что, буду Маркантали снимать. Вот, смотрите, 899. Такая красная курточка. 1099. Будери, там Дери. Кузу Дериси. Кузу Дериси. Теленок. Кузу, это козочка. Кузу, это теленок. Но. Смотрите, вот такая скидка, да? Но на кассе еще 10% скидки, получается 720. Но, к сожалению, сказать, что это только на Байрам. И решили продолжить. Ну, посмотрим, может, когда вы приедете, тоже еще будет 699. Вот. 749. Плюс добавляйте на каждое вот то, что вы видите, цену, 10% скидки. Вот. Это с козочки. Кожа. Ну, так сказали. Вот. Мне спрашивали, какие цены в таких магазинах. Деримот есть практически во всех торговых центрах. Ну, по крайней мере, Оздалек, Маркантале есть. И вот видите, сейчас Террасити тоже. Финал. Все, финальная цена 699.
еще 99. Ну, не знаю, сказали, конечно, что это на Байрам, но мне кажется, это всегда такие. Но я вам говорю то, что мне сказали. 799. Ну, такая. Я не разбираюсь в коже, честно. Но это турецкая фирма, которая именно специализируется по коже. Так, это 699. О, тут такой кондиционер, сейчас замерзну. Мамочка, мамочка. Так, обувь. А вот есть ценник 400 лир. Вот такие. 250. 200 лир. Я, кстати, вам делала обзор этого магазина в Оздалеке. Ну, давно, правда. Можете себе сравнить, по ценам изменилось или нет. 500 лир. Я вам не скажу, я не помню. Я снимаю, все, у меня столько магазинов проходит уже. Вот, 1099. Это уже мужские пошли модели, что вы видели. 1120. Вот такие пиджаки. Это с чего они? 1399 замш. Я не знаю, ну бук это, я не понимаю. Ну, такое что-то интересное. Так, это 899, вот эта курточка. Вот, 799. Мне почему-то кажется, что такое, как осенью было. Ой, как весной я вам снимала. Но я могу ошибаться. 1190. Просто сейчас показываю вам чисто модели, потому что, ну, неизвестно, когда вы приедете, какая будет цена. Но будете знать приблизительно, на что рассчитывать. Вот, 1549. Это уже с натуральным мехом. И это... Ну, может, там что-то есть? Не, ничего там нету под низом. Она не есть теплая. Боже, сколько поясов разных. Коробочек. О, Юлия, не надо смотреть на коробочки. Я такое дело люблю, знаете. Я найду применение такому делу. Они не пропадут. Всегда что-то надо положить. 1699. 899. А это, наверное, распродажа была на летнюю обувь. 219, а было 449. Вау. Да ладно. Такие ракушечки. Боже. Главное, чтобы удобно было. Боже, какие камни. Боже, какие камни. 199. Это все. Просто нет, это для Золушки. 179. А вот кожаная, вот это, мне кажется, удобная. Так, непонятно, какая цена. 150. 150. Ну, здесь узкая, я вижу. То есть, кто с узенькой ножичкой. Боже, там зеленые такие прям. Ух! Боже, что он не придумает? Я не могу! Это ж сколько такое счастье. 10 лет. Так, ой, это прям резинка, ой, какие тяжелые они, 200, короче, 300 лир, очень тяжелые, а тут каблук, 200, вы знаете, тут мягче, чем даже та резинка, очень здесь вот эти мягкие, но каблук такой тяжелый, оно так будет лупить, мне кажется, в пятку, прям. Ну вот, пожалуйста, почем? Аякабулар. Это обувь. Аяк ножичка. Ну, вот так решили уже назвать обувь. Так, все, пошел. 300 лир вот такие для Золушки. 500 лир вот такие. Я не поняла, это что все? Мне просто аж интересно стало. Вот такое. 500 лир. А, 349 уже стало. Да. Приблизительно ясно, какая цена. Вот. Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам нравятся обзоры таких магазинов. И буду снимать больше. Всего моего вас. Хорошего всем дня или вечера.